Так, ну что, всем привет! Сегодня поговорим о том, как мы завели вообще корги и почему именно корги, и как мы ее завели. Я, наверное, видео сделаю из двух частей. Поехали! Итак, я, когда перед тем, как завести корги, я заказывала консультацию у кинолога. Консультация была около 2 часов. Мне она рассказывала классификацию разных пород. Я на улице иду, слушаю, там она рассказывает, там мопсы, такая-то характеристика, там, не знаю, доберманы, такая-то характеристика. Я сижу, такая стою, думаю, нафиг мне вот эта характеристика, нафиг я ее заказала вообще консультацию. Я поняла, что она как бы рассказывает про разных других классификации пород собак, а я понимаю, что я не хочу другие породы собак, я хочу именно корги. И я вот тогда поняла, что я именно хочу корги. Во-первых, есть различия корги, их 3 вида. 3. Пембрук, флаффи и кардиган. Чем отличается? Пембрук – это чисто... Иди сюда, зайка. Пембрук – это чисто рыжая собака. Да? Рыжо-белая собачка. Она по характеру, она очень дружелюбивая, она ко всем хочет подойти, познакомиться. Иди. Если вот, допустим, много кто говорит, что после пембруков много кто хочет заводить кардигана. Вот. Кардиган, он больше такой сдержанный. Я, наверное, чуть позже расскажу классификацию этих всех пород, точнее, подпород корги. Флаффи, он немножечко отличается, во-первых, расцветкой. Пембрук очень такой рыжо-белое. Сейчас флаффи, он идет такой как бы черно-бело, третий цвет не помню. А флаффи, у него ушки такие классные, такие мохнатые, как у медвежонка. Вот. И я поняла, что мне вот интересно пембрук, как у Елизаветы II. Начали искать собаку. Я искала по разным группам. ВКонтакте, в Фейсбуке. Короче, по всем разным группам реально искала. И я на OLX нашла вот эту нашу... Вот эту булочку нашла. Вот, очень довольна ею. Минусы есть. Я, наверное, отдельно видео расскажу. Это такое вводное, скажем так, про корги. Вот. И это будет, пускай, первая часть такая вступительная. Вот, так что следующая часть будет вторая, более детально, как мы завели корги, как это все было и так далее.